мы, компания RIF, сделали для данного автомобиля площадку для установки лебедки в штатный бампер. При всех гигантских размерах переднего бампера круизера места на самом деле здесь не так много. Но, тем не менее, задачу мы решили. То есть площадку сделали, она ставится на штатные места, имеющиеся у нас здесь уже, да, то есть не нужно сверлить дополнительно никаких отверстий в раме. Лебедочка четко вписывается у нас в эти вот габариты. Нюансы, естественно, накладывают вот эти вот два радиатора. О нюансах мы чуть позже расскажем. Они касаются уже непосредственно выбора лебедки, какую поставить в саму по себе площадку. Итак, теперь о тех самых нюансах установки лебедки. Как видно, зазор между корпусом мотора лебедки и шлангом весьма небольшой. И это, пожалуй, основная проблема в установке лебедки. То есть очень мало места для того, чтобы поставить лебедку. Поэтому нам пришлось, во-первых, немножко сместить лебедку относительно осевой линии. Здесь заметно, что лебедка немножко смещена. Но на это приходится идти. Других вариантов особо у нас нет, если мы хотим сохранить большой барабан у лебедки. Плюс здесь нельзя использовать лебедки с большими длинными моторами. То есть мы сами работаем с лебедкой Runva уже 14 лет. Это хорошие лебедки высокого качества. У них очень много разных моделей, и скоростных, и нескоростных, полностью герметичных, и обычных, простых. Поэтому мы выбрали буквально несколько моделей, которые можно установить на площадку для 300-ки. Одна из этих моделей сейчас перед вами. Это Runva EVB 9,5. То есть тяговое усилие 4 тонны 300 килограммов. Этого вполне достаточно, поскольку масса машины 2 тонны 700 килограмм. Для того, чтобы ее тянуть, этой лебедки хватит. Но многие хотят побольше, помощнее, скажем, поставить двенашку или что-нибудь еще больше. Но можно использовать двенашку только с маленьким мотором. Ну, из руновских это будет серия Magnum. Но это бюджетная серия. У нее относительно слабый мотор. У нее 17 метров троса. Почему мы остановились именно на этой серии, как одной из возможных для этой машины? Серия EVB – это полностью герметичные лебедки. То есть у них используются в конструкции сальники, которые отделяют барабан от мотора и от редуктора. Именно нормальный полноценный сальник, который очень хорошо держит влагу. Плюс тормоз у этой лебедки находится в редукторе, он не греет в процессе работы барабан, в отличие от тормоза, который находится внутри барабана, да, он от трения барабан начинает греться, это не очень хорошо для синтетического троса. Поэтому вот серия EVB – это очень хорошая, удачная серия. EVB 12 уже сюда не поместится, потому что будет мешать шланг. Девятка пролезает. Она не дешевая, но по сумме своих потребительских качеств и по тяговому усилию она, в принципе, лучшая для этой машины. Какие мы имеем еще варианты? Варианты есть. Ставим лебедку тоже Runva, но немножко другой серии EVX. Чем отличается EVX? EVX тоже 9500, тоже 4300, но здесь большое передаточное число редуктора, и в реальности она тянет, ну, 5 тонн она тянет обычно всегда. Поэтому, если вы хотите больший запас по тяге, можно взять эту лебедку. У нее только один минус по сравнению с EVB-шкой. Она не имеет сальников. То есть она не обеспечивает такой влагозащищенности, как серия EVB, о которой я рассказывал ранее. Здесь стоят просто уплотнительные резиновые кольца между редуктором и барабаном. Ну и, соответственно, сам по себе тормоз здесь находится тоже в барабане. Но если использование нечастое, не в режиме соревнований, то это не страшно, то, что тормоз в барабане. Не успеет он так разогреться. Но, помимо всего прочего, у этой лебедки есть еще один плюс. У нее покомпактней мотор. Немножко, но покомпактней. А это в нашем случае, когда мы вот здесь вот ловим миллиметры, уже критично.
Вот. У нее большее передаточное число редуктора, за счет чего она мощнее, но моторчик у нее покомпактнее. Поэтому эту лебедку мы можем установить, во-первых, более по центру площадки, у нее практически нет смещения, да, то есть барабан находится практически напротив клюза. И есть вполне достаточный зазор между мотором и шлангами, которые подводят осол к радиатору. То есть, по большому счету, вот эта вот лебедка по сумме факторов идеальна для этой машины. Но единственное, она не имеет влагозащиты. То есть ее, по идее, надо будет почаще обслуживать, перебирать, нежели лебедку серии ЕВБ. Помимо креплений для лебедок, грубо говоря, вот такого габарита, у нас есть еще здесь отверстия, они расположены здесь, вот поближе к центру. Это для крепления лебедок с коротким барабаном. Итак, вот она как раз, эта лебедочка с коротким барабаном. Это тоже Runva, серия XS, 9,5, тяговое усилие 4 тонны 300 килограмм. То есть все то же самое. Это, по сути, это все тот же самый EVX, про который я рассказывал. То есть это пыльники резиновые между редуктором и мотором. У нее нет высокой влагозащиты, нет герметичности. Вот. Мощный тяговый редуктор и маленькие габариты. То есть в данном случае, благодаря этим маленьким габаритам, мы получаем огромные зазоры здесь вот по бокам. И, соответственно, четкое расположение лебедки по центру, безо всякого смещения вправо-влево. Но за все хорошее приходится платить, да, и, естественно, в данном случае это узкий барабан, на который наматывается меньше троса. То есть здесь мы имеем всего 14 метров троса на этой лебедке против 25 на обычной. То есть с этой лебедочкой всегда нужно иметь с собой в запасе удлинитель. Ну, удлинитель, по большому счету, хорош всегда с любой лебедкой, но в случае с этой лебедкой, конечно, желателен небольшой даже, может быть, набор тросов, скажем, какой-то короткий вариант 5-7-10 метров, длинный вариант 20 метров и там уже очень длинный вариант 30 метров. Но зато компактный размер, большие зазоры, малый вес.